Привет, наши хорошие. Опа, камера видна, видна, все видно. Так, у нас что у нас? У нас рабочий день, честно говоря, времени, чтобы взять камеру, не так уж много. У меня сегодня выходной, но я уже был там на одном месте, мне нужно было помочь одному человеку. И дети попросили меня в школу отвезти макулатуру. Так что сейчас еду в школу, отвезу я это все. Потом к Настеньке. Нужно ее встретить с одного местечка. Еще хочу в школе подойти к учителям, спросить, как учатся мои девочки. Надеюсь, что учителя меня не огорчат. Так, приехал я уже к школе. Вот Монечка приготовила такую макулатуру в пакете. И очень попросила меня отвезти в школу. Сейчас я... А что, если дочь попросила, значит, надо делать, правильно ведь? Посмотрите, как прикольно сделали здесь. Такие вот историчности. Такие вот, ну вот скамеечки. Прикольно сделали, мне нравится. Видели, да, там это место, которое сделали для детей, чтобы они на перемене там отдыхали. Это все сделано из поддонов. Молодцы, прикольно придумали. Короче, поговорил с учителями. Все нормально. Хотелось бы, конечно, лучше, но терпимо. Не огорчили папу. Может быть, чуть-чуть. Сейчас у меня есть полтора часа времени. И я сейчас быстренько съезжу на тренировочку. Позанимаюсь, подкачаюсь. Короче, я уже встретил Настеньку. Она была в Максиме. Знаете, что она сделала в Максиме? Вы не поверите. Она разбила банку. Не разбила, она сама разбилась. Я просто ее держала в пакетике, эту баночку, которую я себе взяла. Иду, выбираю другую, и она так плюх, и разбилась. И что вы думаете, я делала? Я подошла к женщине и сказала: вы знаете, у вас там банка лежит разбитая. Молодец. Но мы за это платить не должны, это же все знают, правильно? Не, ну это мы не должны по закону, когда мы... Случайно, что ли? Ну, когда, да, мы задели, случайно, с полки упала, ну там лежит. А тут сейчас случайно упала. А так я же ее взяла, я ее уронила, я не удержала. Ну, неважно. Если бы мне сказали заплатить, я бы заплатила. Ну, я пошла и пошла. Вы опять подумаете, что мы полдня в машине. Но это не так. Мы реально были дома, я прибралась. Пока девчонок не было, кушать у нас было, что готово. Сейчас мы едем к врачу выписываться с больничного, да? Ну да, нет, мы сейчас заедем в магазин, а потом к врачу. Да, а потом поедем к бабушке за Полинкой. Бабушка, дедушка сегодня Полину забирают. Она очень хотела, чтобы ее забрали. Бабушка с дедушкой. Вот. Миленка, а мы говорили, кстати, куда находится? Ленка у нас на борьбу перестала ходить. Это как-то после тех соревнований, это нормально, да? Что, да? Она один раз проиграла и сейчас... У нас нормально вообще. Мы спокойно к этому относимся. Так было с танцами, так было с легкой атлетикой, так было с гимнастикой, так теперь с борьбой. Честно, я очень хотел, чтобы наши девочки, они танцевали бальными танцами. Потому что я не знаю, говорил, я не говорил. Не помнишь?
кажется, ты говорил, что ты сколько лет занимался? 8-9 лет я занимался бальными танцами. Да, ну, в школе. Ну, когда был маленький? Нет, не юный, так. Юный. Моника позанималась 4 года, с 1 по 4 класс. Миленко 1 год. Ну, мне кажется, мы уже рассказывали как-то, да? А сейчас Миленко в школе ходит на все кружки. Она ходит там на ансамбль. И сейчас пошла на драм-кружок. Ставят разные... Господи, рука отваливается. Ставят разные там, ну, сценки, все такое. Сейчас у них кукольный театр будет, выступление. Ты пойдешь? Я тоже пойду. Да, я пойду, если я смогу. И вы пойдете тоже? Пойдете, как всегда. Ну, ей это очень нравится. Ну, вы знаете, сцена для нашей Милены – это прям жизнь. Это ее. Это такая актриса в ней прям погибает. Ну, может, все впереди, конечно. Как подумали, давно мы не отвечали ни на какие вопросы, и вы ничего не спрашиваете давно. Запишите нам, ну, возможно, под этим видео, да? Да, что вас интересует? Может быть, добавилось новых людей, да, какое-то количество. Может быть, кто-то не понимает, что происходит. Кто мы? Кто такие вообще, что происходит? Напишите какие-либо вопросы. Если честно, нам интересно было бы порассуждать. Мы вообще очень любим рассуждать на какие-то темы и, да, подумать, как-то так пообсуждать. Ну, мы-то все о себе знаем, и мы не знаем, что может быть интересно. Спросите нас о чем-нибудь, чтобы мы рассказали, пожалуйста. И нам будет это лишний как бы повод и записать видео новое, какая-то тема будет интересная. Пожалуйста, помогите нам. Спросите нас что-нибудь, ребята. Все, что угодно. Короче, мы уже в магазине. Никому там вот стоит. Ну, что, будем бежать? Слышишь, мы в Forever заезжать отдельно? Ты хочешь? Наши дети не могут без срочков, да, утром? Они их и на хлеб мажут, и так как-то. Молоко будем брать? Бери голландский. Голландский бери. Ну, потому что мне голландский нравится больше, он вкуснее. Да. Короче, мы захотели колу. Нет, давай вот это полдестев или что там еще. А везде написано, видите, написано полдестев кола. Переведи. Спасибо тебе. Тут миля написано. Кола. Любимая. А, полдесты миля кола. У нас закончилась зубная паста. Быстрее пасту. Я не буду тут брать, тут нет нашей. Нет нормальной пасты, да? У вас, в принципе, дома все было, да? Чё, нет, что заходили вообще? Не... Ходили как дураки, ничего не нужно было, оказывается, нам. Все дома есть. Ребят, пришли к врачу. Смотрите. Давно не могу показать красоту, которую муж купил. Прикольно, мне нравится. У нас уже вечер, ребята, у нас пробки. Нам нужно попасть на тот берег. Видите? Не видите. И у нас, смотрите, какие пробки. Потому что в Лепе, как все знают, ремонтируют... Как этот мост называется? Трамвайный мост. Трамвайный. Трамвайный мост ремонтируют. И все едут в объезд через второй мост. И поэтому здесь вот такая давка. И вы знаете, вы будете смеяться, те, кто с больших городов. Но для Лепы это реально пробка. Правда? Ну да. Нет, мы опять в машине, мы сегодня катаемся, мы сделали кучу-кучу своих дел, закрыли больничный и все-все-все на свете мы сегодня сделали. Сейчас мы решили, еще нужно нам заехать в большой торговый центр. Куда нам? Банкомат тебе надо? Да, мне надо банкомат, на карту аптеку, на карту положить деньги. И зайдем девчонкам, купим что-то вкусненькое, а то они очень долго без нас, да? Заберем Полиночку и домой. Стали. Готовить ужин будем. Какой-нибудь очень быстрый. Очень-очень быстрый. Да? Да. Даю руку, даю. Не надо бежать так быстро. Нас машина сбивает, видите, ребят? Мы идем в торговый центр гулять. Мы сегодня как молодые, да? Вдвоем. Ужасно. Хотя плюсовая температура, но лучше б минус был, честно. Да. Ну? Нашли мы только пасту в Риме. Президент? Наш, да. И девчонкам вкусняшку. Ребят, смотрите, мы уже дома, мы поужинали давно, уже отдыхаем. И захотелось, короче, десерта детства. Это яблоко, морковь, сметана. Я сейчас еще, наверное, побольше добавлю.
сахар. У нас коричневый закончился. И я думаю, что я добавлю корицу. Хотя, мне кажется, мама не добавляла. Признавайтесь, кто в детстве ел такие салатики с тертой морковочкой? Я еще люблю, когда просто морковка, сметана и сахар. Тоже очень вкусно, очень. Я вообще морковку люблю. Очень захотелось. Сейчас пойду девчонкам предложу. Посмотрим, что они мне ответят на это. Признавайтесь, кто кушал. Напишите обязательно в комментариях. Дети меня, конечно, отшили с моим десертом. Придется самой лопать. Смотрите, как красиво встали тюльпанчики. Классно, первые тюльпаны этой зимой. Мне нравится. Очень красиво. Правда, у нас Марсик жрет цветы. Именно тюльпаны – это его самые любимые цветы. И мне придется на ночь их, конечно, прятать. Я буду прятать их в ванну, наверное, потому что он-то хотя бы туда просто не зайдет. Что, зайка? Скажи всем привет! Привет, я садики пила. Я? И у бабушки пила. И у бабушки с дедушкой все? У бабушки Света была? И в садике ты была. Надежку, бери, пожалуйста. Ну? И что? Покажи. Она... Что ты там не доела? Или что хотела? Рисунки показать? То, что вы с бабушкой занимались? Ну, давай, рассказывай, доченька. Ну? Давай. Это рисовала бабушка, да? Давай покажем. Вот как красиво. А Поля, покажи, какой рисунок сделала. Так, а это Полина. Еще и все подписано, еще чтоб мама... Еще надо, да? Ой, иди раскрась. Еще их нужно кость. Не такой друг. Ну что, Полина, что у тебя на голове? Время десерта. Дождались все. Наконец-то дождались. Высыпай. Ой, давай рви коробку. Высыпай. Ну. Это самое вкусное. Ну как же, эскимо, наверное, да? Покажи. Только я люблю, если честно, этот самый. Есть такой карамельный, да? Как Моника пошла к бабушке. Бабушке, отложи. Так, все, это порки, это мне. Да? Так. Полинка у нас Супер Марио. Ой, Поля. Аккуратно, если будет капать, сразу скажи, папа, принеси пиалочку, да? Настюшка, а ты уже открыла? Я сейчас тебе тоже открою. Полз. И мы будем заканчивать. Да, я буду монтировать видосик, вы поете спадки. Так что, на этой романтичной ноте мы заканчиваем на сегодня. Спасибо, что вы с нами. Смотрите, подписывайтесь на наш канал и ставьте пальчики вверх обязательно. Чем больше пальчиков... тем больше нам хочется снимать для вас. Пока!